Учреждение по культуре профсоюзного комитета общества «Газпром-добыча Ямбург» активно готовится к встрече Нового года. В отделе на Ямбургском месторождении уже написаны праздничные сценарии, идет работа по оформлению новогодней атрибутики. Холлы культурно-спортивного комплекса, как всегда, удивят посетителей ярким убранством. Организаторы обещают приятный сюрприз, детали которого пока, конечно, не раскрываются. В творческих коллективах, в том числе самодеятельных, ежедневно ведутся репетиции, разучиваются новые танцы и новогодние песни. Традиционно Дед Мороз со Снегурочкой, с мешком подарков, с праздничным настроением выезжают на пульты у КПГ. Это будет с 26 декабря. А с 22 декабря в культурно-спортивном комплексе мы будем проводить новогодние вечера отдыха для филиалов.